План предсезонной подготовки «Локомотива» откорректирован. Из отпуска железнодорожники выйдут 6 июля и затем отправятся на сбор в Финляндию. Там ярославцы сыграют сначала с возвращающимся в КХЛ московским «Спартаком». А вот 24 июля наших хоккеистов будет экзаменовать обладатель Кубка Гагарина – СКА. Кроме Финляндии, зарубежных сборов у «Локомотива» не будет. Но ярославцы сыграют на турнире в Риге. Еще один турнир, в котором поучаствует наш клуб, пройдет в Нижнем Новгороде. Напомним, что готовить «Локомотив» к сезону будет наш новый главный тренер, экс-наставник «Атланта» Алексей Кудашов.